давай, иди, не плачь, иди сюда. Детвора. Хорошие такие маленькие, хорошие. Не надо драконить, не надо. Не надо. Вырасти драконом. Потом они тебя кусают, ты говоришь. Ну, конечно. Потому что их нужно драконить. Нельзя. Хватит за пятку за голову. Опа! Это его любимый. Я вижу. Последний, который родился. А уже бычки самые тяжелые. Я понимаю, тебе интересно со щенком. Он здесь тебя за нос укусит. Или за ухо. А ухо откусит старается. Старается, да. Тебе ухо, а мне тут пытаются брюки порвать. На лапки. Опа. Пускай, пускай, пусть играется. Карандасы. Такие малышки. Давайте, пошли, пошли. Посмотри на оранжевую. Иди ко мне. Молодцы, такие умные собаки. Пришли. Давай тут забыли. Давай слезай. Ой, иди сюда, иди. Боится, пусть сам. Давай, давай. Большой уже взрослый. Вот так. Вот молодец. Не страшно, видишь, а ты кричал. Все, теперь ты герой. Иди побеждать. Иди побеждать. Это Александр Македонский. Так, не тряси, щенку, не тряси. Все, он идет. Беги, они за тобой бегают. Не надо прятаться, они за тобой вот бегут. Что случилось за скандаль? Что же скандал? Это твой серый? Да. Чего ты скандал? Ку-ку. Сразу на стол. Ой, что там? Не таскай его, так аккуратненько, аккуратненько. Отпускай. Вот ты его таскаешь. Ловите, Андрей. Раз, два, три, четыре, шесть, семь. Восьмой. Бегут. Один ушел. Пошел проверять территорию. Потеряется и будет плакать. Ты маленький. Второй. А трое? Нет, четверо играют. Ты маленькая. А как сына вашего зовут? Андрей. Играется с Андреем. Они с ним выросли. Да, я вижу, что Андрей любит щеночков. Очень хороший любит. Оп. Ой, упала. Какой? Что произошло? Это бордо, сиреневая летела. Упала. Осваивают территорию. Сейчас. Ну как, аккуратненько. Самый смелый. Пошли. Самый смелый. Иди сюда. Малыши, идем. А несет такую кучу щенков. Я тапки отдам. Главное, чтобы сюда не убежали. Вот так. На. Нет. Пообщайся. Пообщайся. Щеночка влюбит. Щеночка влюбит. Схватил за хвостик. За хвостик. И тянет. Больно же так. И там.